Пошли! Каждый уикенд съемочная группа «Орла и решки» отправляется в путешествие. Здравствуйте. В этом сезоне мы побываем в неизведанных городах Старого Света. Мы побываем в Европе, о которой вы ничего не знали. Это будут самые неожиданные места, секретные закоулки и самые нетривиальные маршруты по всей Европе. Кто проведет выходные как миллионер? Алло, Альфа-банк? Кто будет выживать всего на $100? Как и всегда, решает орел или решка. Уважаемые пассажиры, просьба пристегнуть ремни и отключить мобильные телефоны. Тем более за границей все равно дорого говорить. Только не мне, у меня же роуминг от Киевстар. Гуде морхен, друзья дорогие, что означает доброе утро, друзья. Сегодня мы в славном голландском городе Роттердам. Мне кажется, что вот когда говорят Голландия, все сразу же только вспоминают об Амстердаме. Да. А очень неправильно, потому что Роттердам не менее красивый, не менее интересный. Это такая, получается, неизведанная Европа. Так послушай, у тебя будет отличная возможность сегодня изведать эту Европу. Да, и исправить эту вселенскую несправедливость ножками. Ножками? Вселенскую несправедливость не исправить. Тут нужно что-то более мощное. Подбрасываю монетку. Ну что, готова? Да. Орел. Решка. Понеслась. Есть. Ну что, морячок, бери рюкзачок. У тебя все будет. О, иди. Добрый путь. Это как-то несправедливо опять получается. Пошел дождь, я теперь пешком хожу, что ли? Регина, давай иди, перебросим. Иди, давай перебросим. Иди, там уходи. Не по-честному, чтобы было. Роттердам – почти неизведанный туристами город в Нидерландах. Роттердам опережает свое время лет этак на 30-40. Глядя на него, легко представить, какой будет Европа в будущем. Итак, сегодня необычный выпуск. Мы отправляемся в будущее Европы. Поехали! Тем, как начать развлекаться, нужно снять немножко налички. Тем более, что с моей картой Gold Maximum от Альфа-банка я могу снимать деньги в любом банкомате мира и без комиссии. Да и заморачиваться особо не нужно. Боже, мне не верится, что это настоящая Тесла. На весь уикенд в Роттердаме я арендовала себе уникальное авто. Какая же она красивая! Единственный электромобиль класса люкс. Легендарный электрический спорткар Tesla S. Вау! Я не пойму, где ручка? Как отшкрябать эту ручку? По-моему, у нас проблема. Я не знаю, как открыть машину. Включись! Работает Тесла от одной большой батареи. Преимущество налицо. Матерь Божья. Не надо никакого дорогого бензина, замены масла и никаких тебе выхлопных газов. Чудеса да и только. А еще... Здесь под капотом... Нет ничего! Ни одного глушителя, никаких проводков, ни черта! Просто ты можешь сюда залезть, и ехать здесь. Внутри все тоже не как обычно.
Очень просто и пусто. Нет ни коробки передач, ни кнопок на панели, только огромный сенсорный экран. Через него и происходит управление всеми системами автомобиля. Кондиционер, подогрев, музыка, открытие крыши. Это какой-то компьютер на колесах. Управлять Теслой проще простого. Чтобы машина завелась, достаточно нажать на педаль тормоза. Вы слышите звук? Я даже не поняла, что я завелась. Поехала. Боже, это какая-то чудо-машина. Я просто в шоке. Итак, отправляемся на тест-драйв. Точнее, Тесла-драйв. Тесла. Мощность 416 лошадиных сил. Разгон до сотни за 4,4 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. На полном заряде может пройти 420 км. Звук при разгоне и движении, правда, очень непривычный. Такое зловещее молчание. Ну вот, сейчас мы едем 130 км в час, и в машине тишина. Слышен только шорох от колес, чуть-чуть так, как летний бриз. Короче. Стоит такая электромалышка $85,000. Ну, а арендовать ее можно всего лишь за 900 евро в день. Из аэропорта в Роттердам можно доехать на такси за 30 евро, но дешевле добраться на обычном рейсовом автобусе. Мне повезло, практически рядышком. Смотри, Роттердам Централь. Thank you. 3 евро одна поездка. Итак, у меня $100. Это всего 77,5 евро. До центра города 20 минут пути. Из попутчиков никого. Если бы мы сейчас ехали в Амстердам, то вокруг была бы куча, толпа людей, приезжих туристов из России, Германии, Америки. Все бы разговаривали на разных языках, китайцы бы громче всех смеялись. А мы в неизведанной Европе. Мы в тишине, в спокойствии. Такое же впечатление и о самом городе. Маленький, тихий, улицы пустынны, машин практически нет. Автопарк, конечно, очень своеобразный. В основном малолитражки и двухдверные. Маленькие-маленькие машинки. А с другой стороны, куда здесь ездить на большой быстрой машине? Разогнался, ты сразу же либо в море, либо в Германии. Страна-то маленькая. Роттердам – это европейский город будущего. Это то, как будет выглядеть Европа через 20, 30 и 50 лет. Вот, например, электромобили. В Роттердаме их полно. А для удобства водителей на каждом углу стоят заправки. Вернее, зарядки. Зарядки с обычной розеткой 220 вольт, бесплатные. От них машины заряжаются 36 часов. А вот от такой розетки, повышенной мощности, всего за час 15. Прямо как телефон заряжаю. USB-провод. Оплачивать зарядку нужно карточкой, которую можно взять вместе с машиной. Зарядить полный аккумулятор стоит всего 18 евро. Все, машина заряжается, проводок заблокирован автоматически, и можно не бояться, что его украдут. Наверное, так и будет в Европе в будущем. Авто на бензине все меньше, а на электричестве все больше. Да ты обзавидуешься. Это не машина, это Тесла, это просто монстр. Хорошо, да, потом расскажу. Да, давай, пока-пока. Ага. Все-таки покупать карточку в Голландии – это очень неудобно. Во-первых, это дополнительные расходы. Во-вторых, это ты не всегда можешь разобраться с установкой карточки на телефон. В-третьих, не везде можно найти салон мобильной связи. А тут все просто. Установил Киевстар, все дешево, и роуминг отличный по всей Европе. Роттердам – это европейский город будущего. Есть такой стереотип, что Голландия – это маленькие пряничные домики и старые мельницы на берегу каналов. Но Роттердам разрывает этот шаблон в клочья.
Архитектура в этом городе, она просто какая-то инопланетная. Здания, построенные в Роттердаме, опережают свое время. Все они какие-то модные, с выдумкой. Рассматривать их можно часами. Дом похож на гриб. Дом похож на детский конструктор. Дом похож на айсберг. Башня похожа на мачту корабля. Мост похож на лебедя. По-моему, только в Роттердаме, стоя на одной площади, можно найти дом-ангар, вот дом-ступеньки, вот дом-канализационный люк, вот дом-кубики, дом-карандаш, дом... Не знаю, как его назвать, сами представьте, у вас нормальное воображение. Вот дом-дом. Вон дом-стекляшка там, вот смотрите. Вон дом, прямоугольный квадрат какой-то, я не знаю, какой-то. Такое количество странных, необычных и удивительных зданий вряд ли найдешь в другом городе Европы. Когда-то Роттердам выглядел совсем по-другому. Были и старинные узенькие улочки, и сказочные домики вдоль каналов. Но во Вторую мировую войну, во время немецкой бомбардировки, Роттердам был стерт с лица земли. Уничтоженный город пришлось отстраивать заново. Роттердамцы решили, что новый город должен быть ярким и необычным. Поэтому предпочтение стали отдавать самым смелым проектам. Сегодня Роттердам опережает свое время. Наверное, в будущем новые кварталы в европейских городах будут выглядеть именно так. Архитектура тут, конечно, просто с ума сойти. Сейчас выложу. Ну круто же, круто! И очень круто, что можно сразу же выкладывать в интернет. У меня интернет дешевый, даже за границей. Спасибо Киевстару. Ну? Получайте, лайкайте. Визитная карточка Роттердама – это Евромачта. Башня, которая и впрямь похожа на корабельную мачту. На высоте 100 метров находится так называемое «Воронье гнездо». С рестораном, мини-отелем, смотровой площадкой и прекрасным панорамным видом на город. Обычные туристы за 9 евро забираются на нее, чтобы посмотреть на город. Но для богача самое правильное решение – это поселиться на верхушке мачты. Моё гнёздышко. Очень прохладно. Очень просторно. Одна большая полукруглая комната, одна ванная. Эти люди, которые приходят на площадку посмотреть виды города, будут видеть меня, когда я буду здесь спать, отдыхать, раздеваться и мыться? Серьезно? Серьезно? Так я даже окна не могу открыть. Блин, посмотри, вот женщина и мужчина смотрят. Hello. Отлично. Окна номера выходят на балкон. А балкон, чтобы вы понимали, общего пользования, и по нему бродят туристы. Главной особенностью этого номера был вид. Вид из моего номера, который я должна была созерцать утром, вечером и днем. Но почему же вместо вида я вижу одни задницы? В Роттердаме вообще не принято вешать на окна ни шторы, ни жалюзи. Это отголоски старинной традиции. В средние века окна домов должны были быть всегда открытыми.
Для того, чтобы когда моряки уходили в плавание, соседи могли видеть, не изменяли ли им их жены. Чувствую себя, как в каком-то шоу за стеклом. Роттердам – это европейский город будущего. Самое знаменитое здание Роттердама – кубический дом. Сверху, по замыслу архитектора, 38 кубиков должны напоминать горы с шапками снега на верхушках. В каждом кубике, по плану, должна жить одна семья. Роттердамцы любят жить в таких необычных домах. Это считается престижным. И вот совет для бюджетного туриста. В этом доме можно переночевать за относительно небольшие деньги. В двух кубиках расположился Hostel Stay OK. Hello. Excellent. Can I stay at your hostel today? Yes. The private room is 50 euro. 50 евро? Yes, and a dormitory room is 21.50, including breakfast. Это не дешево, конечно. Честно говоря, мне просто очень хочется пожить в кубических домах. То есть, ну просто это как... Мне кажется, это как must have. Ты когда приезжаешь в Роттердам, нужно быть здесь. Окей, okay, I'll take the dormitory. Okay. Я взял койку в комнате на шестерых. Та-дам! Вот нету тут ощущения, что ты находишься в кубе. Просто скошенные стены и какая-то странная организация пространства. Ванна, туалет, идем посмотрим, что тут у нас. Ну, все так по-голландски стерильно. Второй этаж. О, да. Мне кажется, я уже определился с местом. У меня будет целая двухспальная кровать. Надеюсь, если у меня и появится сосед, то это будет какая-нибудь красивая француженка. Ну или голландка. Или, может быть, шведка. Или из Польши девчонка. Главное, чтобы это не был строитель из Нигерии. Не могу. Вот сразу видно, да, голландская нация, она рождена в воде, мне кажется. Водоплавающей. Блин, как прикольно гребет. Очень органично смотрится, когда красивая девушка с веслом. Вообще, девушка с веслами, это очень, по-моему, круто. Очень прикольно. Hi! What is that? Hi, it's a standard paddle board. Is it hard to drive on it? No, it's easy. Do you want to try? Это Джей. Спорт, которым она занимается, называется пэдлинг. Это когда надо плавать, стоя на непонятной доске, и грести веслом. Я напросился попробовать. Джейд разрешила, только сказала, что доску нужно надуть самому. Мне кажется, нужно переодеться, потому что есть возможность того, что я буду мокрый. Огромная возможность того, что я буду мокрый. Пэдлинг здесь очень популярен. В Роттердаме воды много, так что тренироваться можно прямо возле дома. Поплыли. Hey, you're doing fine. Друзья, это как на велосипеде. Главное найти баланс. Сперва кажется, что это просто. Но как только ты расслабишься... Нет! Экскурсия по городу может быть в три раза интереснее, если она мокрая.
всю свою долгую жизнь Роттердам неразрывно связан с морем. Он буквально насквозь просолен волнами и крепким морским ветром. Роттердам – город корабелов. Каких только кораблей тут нет. Корабль «Маяк». Корабль «Такси». Корабль «Кран». И это не считая бесчисленных сухогрузов, яхт, лайнеров, буксиров, барж и баркасов. Вот так выглядит обычный роттердамский двор. Аккуратные домики, небольшая гавань и стайка корабликов. Кстати, многим роттердамцам кораблики и баржи из поколения в поколение служат домами. Сеть рек, каналов, проливов и гавани словно гигантская кровеносная система, а морской порт – огромное пульсирующее сердце Роттердама. Общественный транспорт в Роттердаме довольно-таки дорогой. 3 евро за каждую поездку, поэтому все ездят на велосипедах. И дешево, и сердито. А главное, для здоровья полезно. Роттердам – город будущего. Абсолютное большинство его жителей передвигается на велосипедах. Для велосипедистов созданы все условия. Вдоль всех автомобильных дорог проложены велодорожки. Оборудованы велосипедные светофоры, гигантские бесплатные подземные парковки. Велосипедист в Роттердаме – король дорог. Даже если он собьет на велодорожке пешехода, виноват будет пешеход. Любой турист может взять велосипед в аренду, но надо иметь минимум 70 евро. 20 евро – аренда на 2 дня и 50 евро – залог. У меня таких денег нет. Есть еще один хитрый вариант. Можно купить велик. Это обойдется даже дешевле. По субботам в центре Роттердама открывается грандиозная, огромная ярмарка. Я думаю, здесь я что-то найду. Субботняя ярмарка в Роттердаме – это нечто. Что тут только не продается. И продукты. И ширпотреб, и всякий старый хлам из дому. Кальмары, бычьи черепа, чадры, рыбы, головы Будды и, конечно же, старые велики. Вот, смотрите, стоит. Ай! How much? 30. Велик, убитый в хлам. Ржавая цепь. Погнутое колесо. Звонок не работает. Can I try it? Немножко женская посадка, конечно. Не, дядь, давай скидку. В общем, сторговались за 24 евро. У меня теперь есть велосипед. К велику тут очень рекомендуют прикупить противоугонную цепь или замок. Европа Европой, но велики в Роттердаме воруют безбожно. Это настоящий бич города. Здесь даже никто не покупает себе дорогих велосипедов. Знают, что точно их украдут. Но цены на эти замки кусаются. Цепь хорошая, но 22 евро. Вон 16, 12. Да я не думаю, что его кто-то будет тырить. Здесь такое количество велосипедов. Кому он нужен, мой маленький старый велосипед? Говоря, я понимаю, почему он такой дешевый. Не очень удобный велосипед. Но выхода нет. And
the devil's delight as well, but the poorest appear. В каждом европейском городе есть свой главный собор. В Роттердаме тоже такой есть. Но это собор будущего. Давайте зайдем и посмотрим, как же будет выглядеть религия в Европе. В Роттердаме религия не стоит на месте. Здесь понимают, что люди сейчас совсем не такие, как в средние века, и с ними нужно общаться на понятном языке. В старом костеле современное кафе. Внутри собор выглядит как арт-пространство. Даже не ожидаешь, что такое может быть в храме. По-моему, это очень круто. Странные зеркальные инсталляции со светящимися надписями. Смотришь в зеркало, а на нем вдруг появляется надпись: «Я буду жить». Современные скульптуры с голыми женщинами. Есть выставка современного искусства на тему мировых религий. Вот так здесь выглядит православие. Так католичество, буддизм, бразильский культ Сантерия и мусульманство. Я ж говорю, Роттердам опередил свое время во всем, даже в такой консервативной штуке, как религия. А где? Где велосипед? Вот тут, именно на этом месте я оставил велик. Теперь его нет. 30 евро. Две минуты. Две. Просто я подъехал, оставил его на подножке, прислонил к столбу, зашел в собор. О, прикольно. Все, велика нету. Надо было покупать эту, блин, защиту, защелку гребаную. Сэкономил, блин, 9 евро. Теперь я понимаю, почему здесь нету дорогих байков. Реально, все ездят на вот на га**е всяком, чтобы не было жалко его. Теперь в каждом проезжающем я вижу свой велосипед. Как? Ничего не остается, будем опять пешком гулять. Тридцатку жалко, капец. Роттердам – город, неразрывно связанный с морем. Неудивительно, что лучшие рестораны здесь у воды. У меня не стол, у меня лодка, на которой можно есть. Класс. Я заказала традиционные голландские блюда. Сейчас принесут что-то шедевральное. Я вот чувствую, вот нутром чувствую. Селедка – это деликатес голландский. Оказывается, самое традиционное роттердамское блюдо – это маринованная селедка с луком. Синд, селедка. Селедка. Харинг, харинг. So you want me to show this? How we eat this? There's some interesting way, different way. First of all, we need some. Даже в дорогих ресторанах селедку принято брать рукой за хвост, обваливать в луки и заглатывать, почти как какой-нибудь баклан. Окей. Okay. Боже, какой ужас, какой-то мужчина дает мне съесть селедку. Окей. Она вкусная. Чипс. Запивают селедку местной водкой, корнвин. О! But
This is very delicious. Very delicious. Пальчики оближешь. Вечером жизнь в Роттердаме замирает. После 9 вечера на весь город работает только несколько баров и кофешопы. Заведения, где легально продается марихуана. Вся вечерняя жизнь роттердамцев проходит дома. За ней можно отлично понаблюдать. Как уже говорила Регина, окна голландцы не закрывают. Видно, кто и что делает. И никаких занавесок, жалюзи, ничего. Люди живут просто вот на показ. Может, никого? Огромный плюс моего хостела в том, что в нем есть завтрак. Полноценный, нормальный завтрак. Завтрак, включенный в стоимость проживания, это отличная новость для бюджетного туриста и реальная экономия. В кафе я бы заплатил за него не меньше 10 евро. Свежая выпечка, колбаски, сырки. Бутербродов себе можно на весь день наделать. И главное, бери сколько хочешь. У меня на башне тоже можно на завтрак взять сколько хочешь. Только вот меню, конечно, побогаче будет. Сыры с орехами и тимьяном, свежая семга, дорогая ветчина и нежнейшая телятина. Я так и не понял, чем я хуже? Обычно в хостелах на завтрак вода, чай, и джем в лучшем случае. А здесь, посмотрите, хлопья, фрукты, колбасы, соки, яйца. Полноценный завтрак, короче. Я такое люблю. Все туристы, приезжающие в Роттердам, обязательно едут в Киндердайк. Это настоящий кусочек старинной Голландии в этом городе будущего. 12 евро стоит билет. И туда, и главное, обратно. Вы когда-нибудь видели человека, плывущего по реке в ванной? Нет? Сейчас вы его увидите. Моторная лодка с электродвигателем, которую внутри заполнили теплой водой. Чтобы вода не остывала, установили камин. Управлять этой штуковиной очень просто. Выбрал скорость, выровнял штурвал и вперед. Чтобы проехать под низкими мостиками, труба складывается. Два часа катания в такой лодке в ванной стоит 140 евро. В стоимость входит бутылка шампанского. А сама пена усыпана лепестками роз. Сразу видно, развлекуха для молодоженов.
но все равно необычно и весело. Хочешь стать звездой Ютуба? Продлый в ванной по каналу в Роттердаме. Осталось только расплатиться за эту прекрасную ванну. Thanks. Киндердайк – это живописная местность, где вдоль каналов стоит 19 старинных мельниц. Здесь можно посмотреть, как выглядела Голландия 100 лет назад. Just one person. Thank you. Ну что, вперед наслаждаться Голландией. All hail to the days that merit more praise than all the rest of the year. До того, как в Голландии легализовали марихуану и стали проводить гей-парады, она ассоциировалась именно с мельницами и каналами. Мне кажется, что вот как для нас, для украинцев, вот тын, вишневый садочек біля хати, мазанка. Такое же отношение вот у голландцев к мельницам и каналам. Издалека мельницы кажутся маленькими и невзрачными. Но вблизи они поражают. Испытываешь какое-то необъяснимое чувство, как будто перед огромным живым великаном. Мельницы – это не просто хозяйственные постройки. Во всех мельницах испокон веков жили люди. Одну из мельниц переделали в музей, и теперь она открыта для туристов. Сходу попадаешь в сердце механизма. Все крутится, вертится. Это, так сказать, living room. В этой комнате жила вся семья. Одна кровать, шкаф для посуды, один стол, лампа и камин. Это единственное отапливаемое место на мельнице. И в этой комнате все семейство. Четыре ребенка, жена, сам мельник, его мать. Честно говоря, в мельнице очень тесно. И она наполнена непрерывным гулом и громким скрежетом крутящихся механизмов. Интересно, что остальные 18 мельниц в Киндердайке до сих пор обитаемы. В них живут потомственные мельники с семьями. Мельницу можно себе купить. За нее придется выложить примерно 1 000 000 евро. Правда, чтобы получить право жить на мельнице, нужно самому стать мельником. Но для этого достаточно пройти специальные курсы.
Мельницы – это самая удивительная вещь в Нидерландах. Начнем издалека. Нидерланды – страна очень маленькая, и земли тут всего ничего. Голландцы решили отвоевать себе земли у моря, и теперь треть страны – это осушенное морское дно. Так вот, удивительно то, что мельницы в Голландии служат не для того, чтобы молоть муку, а для того, чтобы осушать затопленные территории, как огромный насос. Вот так выглядела территория Голландии до осушения. И вот так она выглядит сейчас. Вот поистине неизведанная Европа. Сегодня, конечно же, воду откачивают при помощи мощных насосов и систем плотин. Но голландцы не торопятся разбирать старые мельницы. Если насосы не справятся, старые добрые мельницы всегда придут на помощь. В последнее время в Европе появилось необычное развлечение – игра Exit Game. Или по-нашему «Найди выход». Суть игры проста. Участника запирают в комнате, где заранее прячется ключ от двери. Вся комната наполнена задачками, которые нужно решить, и замками, которые нужно открыть. Первым делом меня пристегнут к стене. Это интеллектуальное испытание, которое проходит только каждый пятый. Мне это не нравится. Дверь закрылась. Время пошло. Я никогда не была сильна в таких загадках. Это такие абсолютно простые логические вещи, которые всегда сложнее всего решить. В первые минуты вообще непонятно, что нужно делать. А что делать? Я же так могу просидеть целый день. А ну-ка, вверх, вверх, вправо, вверх. А что значит вверх, вверх, вправо, вверх? Нет. Что там два раза в нож, я не понимаю. Подожди. А, лок, лок. Вверх, вверх, вправо, вверх. Блин, есть! Yes. Итак, у нас осталось 54 минуты, и нужно найти ключ от дверей. Где может быть ключ? Логически, давай подумаем. А чтобы логически подумать, надо включить мозг. У меня нет мозгов! По всей комнате спрятаны коды, которые нужно найти, чтобы открыть все замки от тайника. Да, 547. Внимание 500. Нужно уделять мелочам. Код в матрешке написан розовыми цифрами. Он подходит к розовому замку. Есть! Вот шахматы. Нужно решить шахматную партию. Тут должна быть какая-то разгадка. Ага! Мне нужно поставить шах и мат. D7. Куда она двигается? На C6. 7. Каждый предмет имеет значение. Светить на уровне глаз. Вот. О, боже! А, 415. Да! Сколько весит 12 доминиканских песо? Доминиканская республика 5. Да. 1. 1. 12. Решение каждого задания – это код следующего замка. 25 грамм. Подожди, находя вот, коды, открывая замки один за другим, постепенно добираешься до заветного ключа. Хорошо. О! Yes! Голландия – очень дорогая страна. Поесть здесь стоит дорого – 10, 20 и даже 30 евро. Но сейчас я раскрою вам секрет, как тут можно питаться дешево и вкусно. What shall we do?
with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Атмосферно. Как в какую-то каюту корабля попадаешь. Старые штурвалы. Давным-давно здесь была портовая билетная касса. Теперь вот такой вот ресторанчик. Чем он знаменит? Именно здесь делают лучшие мясные шарики в Роттердаме. Thank you. Thanks. Ну что, вот он и шарик. Я бы больше его назвал котлетой, но пахнет вкусно. Ну что, отправляйся в Роттердам. Вкусно. Действительно вкусно. Ничего особенного. Просто качественно, хорошо сделанная котлета. Нету ни прожилочков никаких, никаких вот этих вот хрящиков. Знаете, как у нас бывает в общепите? Возьмешь котлетку и пожалеешь потом. Вкусно. Вкусно. И что самое главное, она стоит меньше 4 евро. Если честно, именно мясные шарики я и ел весь уикенд. Честно говоря, мне кажется, после таких здоровых мясных шариков у голландцев только две проблемы. Проблема с фигурой и проблема с изжогой. Но учитывая то, сколько я хожу пешком, проблемы с фигурой – это не мои проблемы. А проблемы с изжогой тоже очень легко решить. Пару минут, и все, вопроса нет. В Роттердаме Орел и Решка прячут для вас клад. Чтобы найти наш клад в Роттердаме, отправляйтесь на улицу Ломбард-Каде, к мосту Сент-Якобсбрюг. На стене здания, похожего на пирамиду, висит ящик с плющом. В нем и спрятана наша бутылка. Роттердам оказался на удивление интересным городом. Зря его обходят стороной все путеводители. Роттердам прекрасен. Роттердам как машина времени, которая может показать, что же нас ждет в ближайшем будущем. Я даже не поняла, что я завелась. Судя по городу, будущее Европы не будет идеальным. А где? Где велосипед? Все, велика нету. Но уж точно будет ярким и необычным. В старом костеле современное кафе. Отправляйся в Роттердам. Почему же вместо вида я вижу одни задницы? Дом ангар. Дом ступеньки. Раз. Вап-тари-бри-бри. Фу. Салют. Я хотел эффектно просто подходить к тебе на своем велосипеде. Так. Но у меня украли велосипед, поэтому я просто эффектно подошел. Чёрли как? Ты не поверишь, я на минуту его оставил возле собора. Я зашел, вау, красиво, выхожу, велосипеда нет. И накрылись выходные. Ну почему же, нет. Роттердам, он хоть может быть и не туристический, но он какой-то вот такой душевный, красивый, сильный, современный. Немножко странный и дурной, странный, да? Вот, скажи, странный тогда, и дурной, люди ну, чудные. Есть. Ну да, мне кажется, что именно здесь все гениально просто. Ты пробовала эти гениальные мясные шарики? Не пробовала я. Друзья, и все, спасибо, до следующей недели. Ты не поверишь, пойдем, они здесь недалеко. Про все гениальные шарики, которые в гениальных этих не, 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 я тебе про котлетку говорю.